Всем привет! Турнир в поисках Наутилуса со стрима бой против Steel Grip. Давненький игрок. Раньше у него до ребаланса с героями был full аккаунт. Что же сейчас у него по качу, я не знаю. 24-й ранг противник. Дефолтное развитие. Строй двор, две казармы. Электростанция, центр снабжения. И выходим же, естественно, по суше, по максимуму собрать на развертке, на разведке пехоты. Собираем 50%, ставим одну торпеду и верфь. После производства каймана сразу же улучшаюсь на второй уровень. Иду в третий штаб, достраиваю также верфи. Прячу, естественно, пехов. Сразу разведываем, есть ли наличие завода. Наличие завода героев есть. Понимаем, что будет Серафим стопудово. Иначе производить сербера не имеет никакого смысла. Есть более хитрые конфедераты. Они сразу строят, точнее, центр производства героев не ставят. Минуты после пятой ставят, когда уже вся разведка прошла. И они думают, что все, сопротивленец убедился, что нет героевского завода и больше разведывать не будет. Здесь борьба за первую точку. Начинаем воевать. С 1 на 1 с викингом нет смысла тягаться, и мы отступаем. Задача была убить дельту. Отлично. Нам надо хотя бы 2-3 аллигатора иметь для того, чтобы перестрелять одного викинга. Это, ну, чтобы 100% без потерь. Заплываем здесь кайманчиком, потому что первый снаряд был по кайману. В это время аллигаторы атакуют первые. Вот здесь 3 в 2, можно даже сказать 3 в 1. Я пытался отступить аллигатором, вот все-таки торпеда его добивает. Но у меня опять тут уже 3 аллигатора, подключается подмога. И мы забираем вторую точку, все чики-пуки. Сидим опять на снабжении. 7 центров снабжения у меня. Здесь я пытался забежать в кусты. Очень быстро крепость все спалила, ну понимаете, да? Не дают пробежать. То есть там имеется Серафим, но я уже на базе держу стрекоз. У меня был резервный пех. Не буду показывать, где он сидел. Завод второй. А по заводу героя я вам не скажу. Но завод штурмовых машин уже второго уровня. Здесь пытаемся как-то настроить свой флот. Юниты тупят. Ну, одного корвета теряем на ровном месте просто там, к сожалению. Здесь он вступает с нами в бой. Ну и мы, естественно, тоже даем ему ответку, кидаем осой в банку, попадаем только по двум корветам. Приоритет целей должен быть, естественно, в первую очередь по минус арморным целям. Ну, надо посмотреть стрим, на самом деле, что же я там делал, микрил я или нет. Ну, прилетает это говно, Серафим, конфедератская. На воздух я не могу переключиться, потому что мы сражаемся здесь флотом. Приходит Серафим. Пассивку он не разрядил, верфь, так, скорее всего, он бы ее забрал. Кое-как перестреливаемся. Ну, впритык. Потерями, естественно, ну... Перебиваем конфедерата и начинаем... Опять производить флот, сражаться за точки, держать строй. Здесь у него нету дельт. И мы можем осой, в принципе, пробивать одного викинга. Ему либо дельт подгонять, либо же производить нового Серафима. У нас хватает на четвертый штаб, но сидим на производстве, потому что не фул КО. И нужно иметь большое количество армии. Одна дельта не убьет осу, плюс у меня была пассивная способность. Вот появляется Серафим. Естественно, с пассивной способностью он очень быстро убивает это все дело. На голд воздухе отгоняем его. Пока что мы держим дистанцию. Своими аллигаторами к викингу не подплываем. Чтобы, если что, там со снабжения успеть переключиться на атаку и не пропустить первую атаку противника. Потому что первые удары по флоту очень решают. Здесь мы так вот скидываемся на голд в воздухе.
по Серафиму. И немножко напрягаем стрекозами. Имба дальность какая-то у него нереальная. Стреляя через пол карты, как и все, в принципе, герои конфедерации. Дешевые и очень крутые. Здесь аккуратно начинаем настреливать. У нас тут 4 корвета, у него там один. Естественно, у нас преимущество. Вообще без потерь отбиваемся. У него уже минус 2 кораблика. Что у нас на базе? На базе у нас одно ПВО, улучшаемся на 4-й штаб. В таком случае, конечно же, лучше прожать стройку. Но так как ситуация накаленная, мы очень близко друг к другу. Сидим то на атаке, то на воздухе. Здесь ошибаюсь. Это контроль. Ну вот он пошел в атаку. Немного осой я не попал. Когда идет такая стенка корветов, то можно зацепить активной способностью осы 3 викинга. Количество флота у меня больше. Здесь я вообще ничего не потерял. Правый фланг, конечно же, рассыпался. Ну, у нас 4-й штаб. У него из-за того, что он производил Серафима, 4-го штаба, ну, не может быть априори. На удержании стоим, близко не подплываем. Потому что там может быть одна торпеда, а может быть и три. Если мы ошибемся и заплывем под торпедой, это может быть фатальная ошибка. Стараемся сильно не наглеть на его базу. Наша задача удерживать точки и по необходимости давать бой вражине. Флота у нас достаточно. То есть еще как минимум 2-3 точки будут за нами. По количеству, естественно. Все перематываем. Ну и стилгрип здесь дается. Такой, друзья, получился бой. Всех благодарю за внимание. Пишите ваше мнение в комментариях. Всем пока. Objective complete. Chemicals ready. Victory.